немножко дымка. Он здесь. Не может слышать нас. Артём, это Ульман. Прием. Может понимать нас. Кто-то глушит наш сигнал. Артём, прием. Слышите? Чел. Я не дошел до туда. Чего у нас тут? Ничего у нас тут. Безопасно. Интересно, как мы слазить будем, как он слез отсюда. Зачем они здесь? Он несет смерть. Артём, прием, слышите? Йо-хо! О, аккуратнее. Паркур. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Теперь самая веселенькая.
нас. Нельзя позволить ему. Он пришел истребить нас. Концовку. Полный плющ. Нельзя позволить ему. Он пришел истребить нас. Уничтожьте его. Остановите его. Я угадал даже, куда идти. Сдавайся. Он пришел истребить нас. Нельзя позволить ему. Артём! Врагов надо истреблять. Я не хочу стрелять. Он пришел истребить нас. Нет, серьезно? Его и там нужно застрелить? А, у меня плохая концовка будет. Да, это мы уже знаем. Ответь.
Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры. А, вот вам и хорошая концовка. Буя. Мира. Мы хотим мира. Найс. Зря, конечно, сколько жизни полегло. Какой-то мудрец сказал, если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда не ты, а я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный туннель метро. И может быть... Однажды мы заслужим свет в конце этого туннеля. Ну что ж, это было метро 2033. Всем спасибо, кто смотрел. Кто будет смотреть? Если кто-то будет смотреть это вообще, о чем я сомневаюсь. Мой скрипучий стул. Отличная игра. Peace.